Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто впервые меня посетил, меня зовут Даци, и я мама почти 6-месячного малыша по имени Рэм. И эта неделя на нашем канале, она началась с темы прикорма. Я опубликовала огромный и долгий ролик того, как проходила наша первая неделя прикорма, и судя по вашим отзывам, этот ролик, он имел большую популярность. Поэтому продолжаю эту тему и в этом видеоролике, и буду вам рассказывать о всех тех примочках, которые мы используем для вскармливания либо грудным молоком, либо смесью, либо уже прикормом. И расскажу вам о том, без каких вещей мы реально не можем в этом вопросе обойтись. Также есть парочка вещей, которые мы наконец-то заказали, но в силу того, что по Санкт-Петербургу у Озона сейчас какой-то коллапс, и они не доставляют вовремя, уже два раза мою посылку они не доставили и приносили время, то я просто расскажу о тех вещах, которые я также заказала, которые до сих пор жду, и картинку покажу вам на экране. Первое в нашем списке топа – это аппликация для кормления. То есть это мое приложение, которое называется Breastfeeding. Вот так вот выглядит интерфейс этой аппликации. Здесь, надеюсь, будет видно. Сверху вы видите капелька. Она обозначает запуск кормления, то есть начинается время вашего кормления. Дальше по правую и левую сторону есть розовый кружочек и голубой кружочек, которые обозначают правую либо левую грудь, если вы кормите грудью. Также есть возможность нажать на обе груди. И в списке кормления вы увидите, что в тот или иной раз кормили своего малыша обеими грудями. И по капелькой также есть ложечка с вилочкой, и эта кнопочка обозначает прикорм. То есть если в какой-то конкретный раз мама кормит малыша прикормом, то можно нажать на эту кнопочку, и открывается целый список всевозможных прикормов. И, собственно, тогда мама выбирает то конкретное, которое подходит. Также в этой аппликации есть возможность установить все возможные настройки, начиная от объемов, которыми вы кормите, минимальных, также выбрать метрику, которую вы хотите пользоваться, ну и, собственно, все это редактировать по ходу пьесы. Вот, например, если я забываю иногда отметить, что я малыша кормила, то я просто нажимаю на капельку, тут же ее останавливаю и захожу в это конкретное кормление и редактирую абсолютно все данные. То есть я могу отредактировать и поставить конкретное время. Например, в 5 часов вечера я вспомнила, что в 12 я малыша кормила, но не отметила это в приложении. Значит, я редактирую это время, редактирую длительность кормления, редактирую объем этого кормления, вид этого кормления, и приложение тут же отправляет это кормление на ступеньку выше или ступеньку ниже и помещает его в списке кормлений данного дня. Помимо этого, здесь есть также наверху отслеживание кормления и активности. Здесь мы также можем отмечать, сцеживаем ли правую, левую, сцеживаем ли обе груди, и, собственно, также мы можем все это дело редактировать, если есть необходимость. И в активностях мы можем отмечать сон ребенка, когда он спит, как долго спит и так далее, памперсы или подгузники, собственно, когда мы меняли и чем подгузник был наполнен. Потом мы можем также добавлять информацию о приросте или недоборе веса ребенка, его взвешивая, отмечая, ну и также добавлять какую-то информацию в комментариях, и также есть информация о лекарствах, если таковые принимаются. В целом и в общем, аппликация очень-очень удобная. Ни разу еще она за 6 месяцев использования не порушилась, и все мои данные, они с первого дня рождения моего малыша, они сохранены. И я могу посмотреть, как же я кормила малыша, ну, например, хоть 4 месяца назад. Единственный минус, наверное, у меня сейчас в этой аппликации, но я думаю, это не минус самой аппликации, а это вопрос к тому, что я не обновила телефон. Для того, чтобы новое кормление в список добавилось, мне нужно выгрузить программу и снова ее включить, и тогда последнее кормление, оно появляется в списке. Если этого не сделать, то последнее кормление, оно будто не видно, как будто бы его и не было. Но это не проблема. Обновлю телефон, и я думаю, все будет в порядке. Это вот буквально последние 2 недели, наверное, такой косячок у нас появляется. Но, в общем и в целом, идеальная программа, которая помогла нам
вести, собственно, всю нашу статистику, и особенно во время осмотра педиатра, это нам очень-очень-очень-очень помогает. Следующий must-have в моем списке – это предмет, который связан с мытьем моей посуды и моих предметов кормления, и также гигиеничного сушения этих же самых предметов. И эта штука от компании Boom – это сушилка, так называемая трава, или газончик, также его называют газоном. Идеальная штука, которая не позволяет бутылочкам и другим предметам, которые моются ежедневно, преть и, собственно, заводить ненужные бактерии. Здесь, благодаря вот именно этой траве, прекрасно все вентилируется. Вот она, в принципе, прозрачная. И поместив на нее, например, сейчас покажу, мисочку или бутылочку, вот таким вот прекрасным образом, ее надавив, она стабильно остается на этой траве и в то же самое время вентилируется и прекрасно сохнет. Ровно то же самое происходит со всеми остальными моими примочками. От производителя можно еще заказать аксессуары, такие как деревца. То есть это просто такая веточка, которая расходится, и на нее можно вешать маленькие сосочки и всякие мелкие предметы. Так, маленький скандалист прибыл. Давай, держи свою штуковину. Держи ты свой ниблер. Очень крутой ниблер, о нем мы расскажем в другой раз. Этого конкретного размера, это, наверное, большой размер, этой травы нам, в принципе, достаточно, за исключением, ну, тех, наверное, редких случаев, когда я понамою одновременно абсолютно все, и тогда, конечно же, хотелось бы еще одну такую траву. Но в целом и в общем, она, конечно, спасла меня и мою столешницу от жуткого бардака и вечной необходимости менять салфетки, менять полотенце под этой посудой. И, собственно, сейчас я сушу посуду Рема только и исключительно вот на этой траве. Она очень-очень крутая. И коль уж я заговорила о посуде, также у нас сейчас введением прикорма в большом нашем топе это вот такие вот мисочки от компании Munchkin. Вот так вот они выглядят. Эти конкретные мисочки я заказала, по-моему, то ли в Help to Mama, то ли в Озоне. В комплекте их 3 штучки, и они, конечно же, с присоской. Пока малыш еще не держит ни ложку, ни миску, вообще ничего не держит, то это, конечно же, здорово. Особенно, когда он уже сидит в стульчике для кормления, и эта миска присасывается к его столешнице, и, собственно, никуда с нее и не сдвигается. Пока мы кормимся в нашем Baby Burn и ждем наш стульчик для кормления, эта миска для него больше игрушка. Он любит запускать в эту мисочку с пюре свои ручки и, собственно, ну, собственно, ему интересно с ними играться. Да, малыш? Это касательно мисочек. Также у нас есть ложечки. Ну, ложечки здесь у меня самые обычные. Это термоложечки. Я на самом деле даже не знаю, что это за компания, потому что ничего на них не написано. Покупала их еще в Риге, когда давала малышу из пармезан из ложечки, и, собственно, с ними мы остались. Очень удобные, хорошие. В упаковке их 2, одна больше, другая меньше. И сейчас мы их используем для того, чтобы есть наше пюре. Так, держи ложку, малыш. Нет, не будем держать ложку. Ладно. Так. Так. Если посмотреть альтернативу, также очень хорошие удобные ложки есть у Tommy Tippy. У них есть как с термофункцией, так и без термофункции. Поэтому, если такие ложечки не подойдут, можно выбрать и, собственно, те. Эти просто по цене намного более приятные, чем брендовые ложки от больших компаний. Следующий предмет, который мы по назначению еще не испробовали, но уже его... Вот так вот мы с ним уже играли. Это ниблер. Сейчас покажу. Вот наш ниблер, который мы заказали на Озоне. Это ниблер компании Kids Me. Вот так вот он выглядит. Не знаю, как ниблер будет работать уже, когда мы поместим через несколько недель сюда либо авокадо, либо банан. Но надеюсь, что малышу он будет нравиться. Пока без еды он с этим ниблером играет и его обсасывает. И, в принципе, я могу сказать, что ему нравится. Почему выбрала именно этот Kids Me? Во-первых, потому что у него есть 2 ручки с обеих сторон. То есть малыш этот ниблер может захватить обеими руками. Вот таким вот образом. Да, малышик? Так. Помимо этого, этот ниблер имеет возможность прицепить цепочку для того, чтобы в те моменты, когда малыш выронит этот ниблер из рук, чтобы он не улетел на пол.
Так, держись. Отверстия в этом ниблере достаточно большие, но в то же самое время не огромные. Поэтому я предполагаю, что еда прекрасным образом будет отправляться малышу в рот. Так, вот именно таким вот способом. Единственное, что меня расстроило в этом ниблере, что он сильно уж такой пластмассово какой-то китайский выглядит. За 800 рублей по сравнению с другими ниблерами это было достаточно дорого. Вот, и внешний вид, ну, оставляет желать лучшего. Не стала его возвращать, я попробую его в работе, посмотрю, понравится ли он малышу. Но если функцию свою будет выполнять, то, собственно, будем им и пользоваться. Давай покажем, как он открывается. Открывается он очень просто. Здесь сбоку есть застежка, и мы ее нажимаем, и вот так вот открывается эта штучка. Да, держи. Держи. Ну вот. На самом деле с нетерпением большим жду, когда мы начнем пользоваться этим ниблером, потому что туда отправится, как я уже говорила, мой любимый авокадо. И я очень-очень хочу посмотреть, понравится ли он моему малышу. Да? Ладно, Бублик, давай, иди к папе. Маленький скандалист. Сегодня мы проснулись в 5 часов утра. И малыш научился переворачиваться, в том числе и в кровати. Благо он это не делает, когда он спит. Но он это делает, когда он просыпается. И вот он добрых 1.5 часа после своего кормления в 5 часов вертелся, крутился по всей кровати и доставлял несказанное удовольствие для своей мамы. Просто великолепие. Ладно, поехали дальше. Следующий must-have, о котором я также уже говорила в отдельном видеоролике нашего прикорма, это контейнеры для еды малыша. Эти конкретные контейнеры от компании Philips Avent. Прекрасные контейнеры, которые можно замораживать, можно их отправлять в стерилизатор, можно их отправлять в микроволновую печь. На них можно писать конкретные данные о той еде, которая находится. И объем здесь очень-очень хороший. Это 240 миллилитров. Есть два минуса. Об одном из них я уже рассказывала. Это крышки. Я все никак... Не добьюсь того, чтобы крышка с первого раза у меня закрывалась. То ли ее нужно надавить, чтобы она попала, собственно, в правильное место и прокручивалась, то ли что нужно с ней делать. Но для того, чтобы она была герметичной и правильной для хранения пищи для малыша, то здесь нужно немного с ней помучиться. Не понимаю почему, но, собственно, такая история происходит. И второй минус, который также, собственно, есть в моих бутылках Комотома, это шкала объемов. Она прозрачная, то есть она не выделена цветом, поэтому... Достаточно сложно маме, наполняя либо контейнер, либо вот уже упомянутую бутылку, сложно сразу видеть, сколько же конкретной жидкости, либо еды уже в этом контейнере, для того, чтобы в правильный момент, так сказать, остановиться. И коль уж мы упомянули, вот она, моя любимая бутылка Комотомо. Обожаю эту бутылку, на самом деле, испробовав разные бутылочки, а их у нас было 3, мы остановились именно на Комотомо. Идеально вообще, мне кажется, во всех отношениях и исполняет все необходимые функции именно для нас, для моего малыша. То есть, во-первых, это силиконовая вот такая вот мягкая бутылка, которую можно в руках сжать, и малыш, особенно подрастая, он начинает именно таким образом ее в своих ручках и сжимать. Сделано это для того, чтобы имитировать максимально грудь мамы. Она очень приятного такого матового силикона, и, в общем, малышу в руках очень легко и приятно ее держать. В то же самое время она очень и очень легкая. Если малыш ее уронит, швырнет, не знаю, в маму в том числе, то никто не поранится, и сама бутылка останется цела, потому что она силиконовая, она не разобьется. Здесь есть несколько видов, значит, сосочек. Мы пользуемся второй, медиум, то есть это та сосочка, которая имеет 2 отверстия и среднюю скорость подачи молока, либо смеси малышу. Также есть и сосочки с 3 дырочками, это для более старших малышей, и с 1 дырочкой для самых-самых маленьких. Это конкретная бутылка 250 миллилитров. Сейчас наш объем, который мы едим либо смеси, либо молока грудного, это 200 миллилитров, и одно ночное кормление у нас получается 230. И в силу того, что она такая легкая, силиконовая, она менее устойчива, чем пластмассовые либо стеклянные бутылочки, поэтому есть больше шанс ее опрокинуть. Хотя в нашем случае этого еще не происходило, и мы эту бутылочку еще не опрокидывали. Поэтому, ну, собственно, не могу сказать, что для нас это проблема. Просто это то, на что я обратила внимание.
внимание и предполагаю, что такая ситуация может происходить. Так, отправляйся на траву. И еще один, скажем так, ну, может быть, не минус, но на что стоит обратить внимание, и на что я его уж точно обратила, это на сосочку. Ее плюс того, что здесь просто две детали, и сильно легко ее мыть, за ней ухаживать, ее разбирать, но когда ты ее собираешь и тянешь, в общем-то, за соску, для того, чтобы поместить ее в кольцо, нужно тянуть аккуратно, чтобы не произошла вот именно такая ситуация, как только что, когда сосочка, она проскакивает через кольцо, то есть ее нужно аккуратно с одной стороны, с другой потянуть, и тогда она встает очень даже хорошо. Производители, по-моему, предлагают каким-то пинцетом все это делать, ну, наверное, просто чтобы не марать грязными руками саму сосочку, которая отправится малышу в рот. Ну, а помыв всю эту красоту, вот так вот она отправляется на нашу траву. Дальше, мой абсолютный must-have – это контейнер для смеси или дозатор для смеси от Philips Aven. Этот контейнер имеет три разделения для порции смеси, и когда я выхожу из дому, и мне нужно малыша покормить, это становится самым нужным гаджетом, так как он очень-очень удобный. То есть тебе не нужно ничего отмерять, не нужно мучиться, париться, ты просто проворачиваешь крышечку на то разделение, где есть смесь, открываешь вот таким вот, и очень плотно закрывается, что хорошо, и, собственно, можешь отправить вот конкретную смесь, одну порцию в бутылочку малыша. Все остальное остается в самом контейнере, ничего не рассыпется и ничего никуда не пропадет. Это просто супер штука, мой must-have абсолютный. Обожаю, люблю, не могу. Так, что же у нас дальше? Дальше у нас мой любимый гаджет и моя обожаемая огромная бандура. Это мой стерилизатор от Philips Aven. Иди сюда. Вот так вот он выглядит. В одном из моих видео он уже появлялся, я его показывала, но более о нем не говорила. Это как раз был первый раз, когда я им пользовалась. Так вот, как работает эта штука? Здесь все очень просто. Одна кнопка и больше ничего. Ты включаешь его в розетку, нажимаешь кнопку, и, по-моему, то ли 6, то ли 10 минут он стерилизует. Где же у нас вода? Вода у нас отправляется вот в эту емкость, в самой подставки этого стерилизатора, сюда помещается всего лишь 100 мл, не более того. То есть объем воды, который нужен, он такой маленький, что просто радуешься и не нарадуешься. Дальше есть два контейнера, и они у нас разбираются. Первый контейнер большой. Вот, кстати, у нас здесь одна бутылка. Вот так вот он выглядит. Сюда помещается 1, 2, 3, 4, 5, 6 бутылочек и какие-то еще мелкие аксессуары. Если стерилизуешь только бутылки, можно использовать только лишь этот один контейнер и закрыть его крышкой. Особенно удобно это, кстати, тогда, когда мы путешествуем. Если мы едем в Ригу, я его беру с собой именно вот в такой уменьшенной версии. Если у меня есть еще сосочки, которые я стерилизую, или мелкие какие-то предметы, они помещаются вот в этот контейнер. И, собственно, он также ставится поверх большого и закрывается крышкой. И вот так вот прекрасным образом все стерилизуется. Для меня это абсолютный must-have. Несмотря на то, что посуду малыша не нужно стерилизовать каждый день, малыш в этом абсолютно не нуждается, для себя я его использую практически, наверное, каждый день уже, просто по одной той причине, что я аллергик, у меня на коже часто появляются дерматиты, и поэтому я не могу пользоваться никакими средствами для мытья посуды. И всю посуду малыша, и нашу в том числе, я мою мылом для рук. И, конечно же, если говорить о нашей посуде, это окей. Также, когда мы подключим посудомойку, этот вопрос, в принципе, отпадет. Но что касается посуды малыша и молочных продуктов, которые поступают в эту посуду, то здесь я, конечно же, не уверена, что я могу отмыть это все дело до 100% чистоты просто мылом для рук. Поэтому я дополнительно еще отправляю каждый вечер эту его посуду, бутылочки, в стерилизатор, для того, чтобы убедиться, что все бактерии от молочных смесей и молока, они убиты на 100%. Следующий гаджет, который must have в нашей ежедневной жизни, это блендер-пароварка. Я уже заказала на Озоне пароварку и блендер от Philips Aven, прочитала огромное количество комментариев, посмотрела огромное количество обзоров именно этого блендера-пароварки и поняла, что это наше самое оно то. На самом деле это самый-самый basic, ровно как и стерилизатор. Я поняла, что мне не нужны какие-то мега-супер
суперфункции. Мне для выполнения моих задач нужны исключительно самые-самые обычные и конкретные функции, которые должны быть в этом конкретном предмете. И если говорить о блендере пароварки, то мне нужны функции две. То есть, во-первых, чтобы этот предмет приготовил овощи малыша на пару, и дальше, чтобы он превратил эти овощи в прекрасное пюре, которое подойдет по консистенции для моего малыша. И, собственно, уверена, что Philips Avent мне в этом деле самый-самый лучший друг. Пользовалась до этого обычным блендером для смузи, у него также есть маленький чашечка, которая измельчает овощи в том числе, но это такая морока. Сначала готовить, потом измельчать, вся кухня у меня, в общем-то, в этих овощах, и поэтому я жду не дождусь, пока Озон уже наладит свои проблемы с доставкой и привезет мне мой блендер-пароварку. По ходу пьесы, после какого-то времени использования, также доложу вам, понравился ли нам этот предмет или нет. Но я уверена, что все будет окей. Следующий предмет, который также к нам едет, это слюнявчик. Использовала до этого свои слюнявчики Next, также свои ненавистные слюнявчики Aiden и Anai, и вот заказала такой силиконовый красивый красный слюнявчик с кармашком внизу, который должен поймать еду, которая выбегает из ротика малыша. Ну, не знаю, подойдет он ему или нет, волнуюсь только по поводу его маленького подбородочка и шейки, чтобы, не дай Боже, не случилось никакая там аллергия и ничего ему не натирала. Ну, а также посмотрю, подходит ли он по нашему возрасту или нет, и также доложу, как только эта вещь приедет. И последнее в нашем списке, и также, которое едет к нам, это стульчик для кормления Peg Perrega. Долго не могла определиться со стульчиком, кормила малыша в Baby Bjorn. Последние дни уже понимаю, что это просто невозможно, потому что мой Baby Bjorn превратился в какой-то бэйби-кабачок. Постоянно, ежедневно приходится его стирать, и мне кажется, я его просто застираю для второго малыша. Он, в общем-то, не доживет. Поэтому жду также поступления нашего стульчика Peg Perrega и сделаю уже полноценный для вас обзор именно конкретной этой вещи. Ну а в целом это весь наш список must-have для кормления и прикорма, которыми мы пользуемся ежедневно. Надеюсь, мой список вам понравился. Расскажите в комментариях, какие ваши must-have и самые-самые важные предметы для кормления вашего малыша, о которых, может быть, я либо не знаю, либо просто забыла, или просто не заказала. Я с удовольствием почитаю и надеюсь, что-то для себя найду также полезным, закажу и также вам расскажу, как же у нас получилось с использованием этих предметов. На этом от меня сегодня все. Прощаюсь с вами, желаю доброго дня. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на звоночек, дабы не пропустить следующих видеороликов. И будет вам счастье. Все, на сегодня пока!